Золотой медалью чемпионата Универсиады военмехов Нагоборье ГТО среди девушек награждается студентка Екатерина Афанасьева, группа А-341. Вот она, гордость военмеха. Золотой медалью чемпионата Универсиады Нагоборье ГТО среди мужчин награждается студент Нурмагомед Гаджикаев, Е-411 группа. Малым кубком Универсиады военмеха награждается самая спортивная студенческая группа. Группа должна выйти в полном составе на сцену в течение 2 секунд. Это группа Е-411, факультета оружия и системы вооружения. Бегом, 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 бегом! Ну дай подержаться за кубок всем. Ну держитесь, держитесь за кубок-то, берите на фото. Фото на память. А теперь главный приз Универсиады. Большой кубок. Кубок космонавта Крикалева. Награждается сборная команда факультета А ракетно-космической техники. Это и все? Это вся команда? Ну, беритесь за кубок, фото на память, аплодисменты. Спасибо большое, Константин Михайлович, на этом торжественном церемонии награждения в честь дня, праздничного дня, закончено. И мы сейчас с вами...